Сегодня у нас на обзоре ударная дрель от японской компании Makita HP1640. Компания «Электромотор». Эта модель уже достаточно давно на рынке, то есть она, скажем так, базовая, при этом надежная, уже вся ее конструкция отработана. Здесь классический патрон под ключ, опять же таки очень надежный, полностью металлический. Единственное, что, скажем так, вот угода современному дизайну, вот эти ложбинки, то есть чтобы вот так вот одной рукой в случае потребности ее держать, очень удобно, она хорошо сбалансирована. Достаточно легко держать, у нее где-то около 2 килограммов у нее вес. Сверху у нас идет переключатель сверления и ударного сверления. Опять же, он, как у многих моделей, утоплен в специальные наплывы. В случае падения дрели он не будет поврежден. Кнопка под 2 пальца, или под 1 при таком удержании. Кнопка электронная с регулировкой частоты оборотов. Блокировка кнопки во включенном состоянии, то есть зажали, нажали и пока нужно сверлим, не прилагая усилий. Переключатель реверса легко очень переключается, то есть достаточно можно даже одной рукой переключать его. Очень прочный пластик, то есть такая вот действительно надежная базовая модель для использования дома, и профессионально использование тоже подходит. Хорошо продается, нету на нее нареканий. В комплект у нас входит дополнительная ручка с легким креплением, то есть ее вот откручиваем, цепляем, можно в любом положении ее нацепить, удобно использовать, и ограничитель глубины. Повторюсь, модель очень удобная, надежная. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор» 530-38, спрашивайте о скидках, не стесняйтесь торговаться. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».